Чихуахуа Софи, и это мой видеоблог. В видео про уход за Чихуахуа я сказала, что подробнее про чистку ушей расскажу в отдельном ролике. Вот рассказываю очень кратко, потому что сказать-то особо и нечего. Смотрите, у собаки есть своя система самоочистки. Лишний раз лазить в уши вообще не рекомендуется, потому что каждый раз, когда вы чистите уши, вы нарушаете эту систему, которая работает самостоятельно. У здоровой собаки уши чистые, и эта система работает правильно. Если уши грязные, это повод показать ее ветеринару или посоветоваться с заводчиком. Но это не обязательно какая-то серьезная проблема, но повод показаться все-таки есть. Вот мне никогда не чистили уши, и они у меня чистые при этом. Значит, я здорова, и моя система работает хорошо. Но если видите немножко какую-то грязь, это не страшно. Это может быть пыль с улицы, много гуляли, что-то попало сейчас. Просто смочите водичкой ватный тампон и промойте ушки так, чтобы вода не попала внутрь. И этого будет достаточно. Вот и все. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте, и будет вам счастье. Пока-пока.